вообще капитально, Виталий, молодец. Вот что значит самоучка, да? Самородок, Виталий. Ты самородок прям в натуре. Не, Генка учил. Вообще капитально. Олег, ты так не можешь, как батя. Ну, я могу, но... Ну, не так. Не так, не да. Не так, да, не так. А он, блин, сильнее меня. Батя шарит вообще капитально. Виталий, молодец. А малиновку ты ж помнишь тоже? Саш, ты меня заебал уже. Налей хоть пивка мне. Олег. Я пою. Ну ты что там не шарудишь? Танцую. Ну вон там все есть. Вот. Ты что, олиган? Есть. Батю-то не забывай, ядрен батон. Дай мне. Что осталось? Батю не забывай. Малиновки. Малиновки услышим голосок. На мотор ставить? Или на двигатель? Да я в любом виде сонраю тебе. Помнишь? Ты мне налил? Ну, а кому? Сань, давай, Виталий. Сань, спасибо тебе, дружище. Вам тоже, Виталий. За День России, нахуй. А сегодня День Будь России, добро. Блин, да. Кстати, вот так вот. Зачем давай. Свет? Зачем он нужен? Свет, наверное, должен быть. Думаешь? Потому что темно. Песня, да-да-да. Слышал. Вина не выпили? Да ничего, ерунда. А музыка еще не сыграла. Сейчас еще найдем. Ты хочешь меня сейчас заебить нашу программу? Виталий, ну ты же лучший гармонист за Волокин, ё-моё. Остальные все отдыхают. И спасибо, скажи, подписчику этому. Это виноватая за баян. Виноватая во всем. Гармонь, 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 Ростов. Это сказка. Ростов, я помню. Вот такой вот чудо-баян. Спасибо ростовскому подписчику. Я такой довольный, да, вообще. Прислал Виталичу. Виталич с ним спит теперь днем и ночью. Слегка выпитый, ну слегка. А ты ебаный. Правильно. Немного пьян, всегда побрит. Я нормально, друзья. Опа. Отлично. Всем здорово, всем привет, всем огромное. Чтобы у вас было все хорошо, все красиво и прекрасно. Нет. Сань. Ну, а остальное все само придет. Саша, можно передать? По-любому. Привет? Конечно, Виталий, обязательно. Вот это кто? Коля? Ты про кого? И... Ну, с Латвии кто? Латышам передаем? М? В Латвию? Ну, в Латвию. Ну, давай, в Латвию. Помнишь фамилию? Говори как. Привет передаем. Да, он говорит... А, насчет этого? Насчет... Матер? Привет, да. И... Нет. Привет, говорю, латышам, как да их зовут? Сейчас другим. Латвия, слушаем внимательно. Витальевич, привет передает. Как их зовут? Может, найдетесь, ребят? Ну как? Олег, как зовут латышей? Одного венгер, второй вайдер. Че, блядь, че с хуйнику? И все? Блядь, ты дебил, блядь. Сам-то дебил. Не ругайся, Виталий. Он Коля не так... и Николай... Нет. Там таких нету, блин. Ну, а что ты не звонили? Блин, звонили, блин. Они тебе даже звонили, а ты трубку хуй взял. Все, охуеть.
Я не хуец, вот ты хуец. Из Латвии кто? Вот как раз тебе вот эта девушка звонила. Да, насчет матери. Все ясно, тобой. С тобой ясно. Как всегда, зачет, Виталич, молодец. Вот это мы дадим. Вот да? Это про казачку, да, сделали как надо. Олег, тебе нравится песня? О, нормально. Вот так вот, класс.